Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Ипотечные ставки на жилье в новостройках и на вторичке сравнялись. Это произошло впервые в истории ипотечного кредитования, сообщает Домлента.ру со ссылкой на компанию Metrium Group. На начало октября средний размер базовой ставки по ипотечным кредитам у 10 крупнейших банков, на долю которых приходится 92% всех выданных кредитов, составил 10,24%. Изначально первичный рынок жилья банки вообще не кредитовали, напоминают аналитики. После того, как финансовые организации пошли на этот шаг, ипотечные ставки на строящееся жилье все равно всегда были выше, чем на готовое. Отмечу, ипотечные ставки в последнее время не только выровнялись, но и достигли своего исторического минимума. Дайджест недвижимости. В 9-этажном доме в Кирове несколько месяцев не работают лифты. Проблема в доме Новоровского 133 возникла из-за затянувшегося капремонта. Со своей проблемой жильцы дома обратились к активистам ОНФ. По их словам, работы по замене лифтов в 4 подъездах начались еще в июле. По договору компания-подрядчик должна была сдать новые лифты в эксплуатацию не позднее 29 сентября. Работы завершились гораздо раньше, в конце августа. И несколько дней люди пользовались новыми лифтами. Затем их отключили до момента приема в эксплуатацию, но она по какой-то причине до сих пор не состоялась. Женщины с колясками, пожилые люди пешком поднимаются на верхние этажи дома почти 4 месяца. По мнению активиста ОНФ Александра Чиликина, проблема в том, что ответственные лица затянули сроки оформления документов. Если это произошло по вине компании-подрядчика, должны последовать штрафные санкции, считает Чиликин. Соответствующее обращение общественники направят в фонд капремонта области и в прокуратуру. Дайджест недвижимости. Сотрудникам компании КЧУС задолжали 2,5 миллиона. По этому факту возбуждено уголовное дело. Нарушения были выявлены в подразделении КЧУС строительно-монтажном управлении номер 2. В течение полугода в этой организации 40 работникам не выплачивали зарплату. В итоге долг перед ними составил 2,5 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура. Ведомстве уточняют, что эти деньги направлялись с руководством организации на финансово-хозяйственную деятельность и иные цели. Ход расследования уголовного дела и погашение задолженности по заработной платье находится на контроле прокуратуры области. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.